Сегодня Калининский районный суд столицы огласил приговор генеральному директору коммунальных технологий Дмитрию Крюкову. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении вступивших в законную силу решений суда. По версии следствия, компания необоснованно заплатила за услуги юридической фирме около 24 миллионов рублей. Такие траты не остались незамеченными. Коммунальные технологии не смогли провести текущий капитальный ремонт объектов теплосетей, а также обеспечить их обслуживание. Итог – аварии на теплосетях, частичная утрата платежеспособности и рост кредиторской задолженности. Факты противоправной деятельности обвиняемого были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного управления Следственного комитета по Чувашии, сотрудников прокуратуры Чувашской Республики, управления ФСБ России по Чувашской Республике, а также регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается заключением, проведенной по уголовному делу финансово-экономической судебной экспертизы, а также показаниями около 100 допрошенных по уголовному делу свидетелей и другими материалами уголовного дела. Судебный процесс длился полгода. Оглашение приговора заняло 3 часа. Суд оправдал Дмитрия Крюкова по статьям об уклонении от кредиторской задолженности и неисполнении вступивших в законную силу решений суда. По статье «Злоупотребление полномочиями» суд назначил штраф в размере 190 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.